Дамы и господа, всем привет! Сегодня у нас опять не автомобильная тематика, хотя процесс с автомобилями потихоньку идет. Москвич у нас делается понемногу, потихоньку. Passat, Peugeot, и сейчас у нас еще один автомобиль появился, это Соболь, 8-местный, 7-местный. Там по мелочи, в общем, не знаю, будем ли мы его снимать или нет, но кое-какая работа там есть, в основном все это по наружке. Ну и приведение его в более такое комфортное состояние. А сегодня у нас, не знаю, мини-обзор, можно сказать так. Несколько необычной техники, уверен, что многие из вас не видели и не представляют, для чего эта техника существует. Но она есть, мы ее производим самостоятельно для тех, кто с теми, так скажем. Итак, это у нас вот такой самокат, можно его назвать. Также называется он футбайк, кикбайк. Или самокат с большими колесами, или самокат для взрослых. Итак, немного расскажу детали. Значит, в основе у нас алюминиевая рама идет. В данной конкретной комплектации у нас стоит жесткая карбоновая вилка. Карбоновый такой руль, сразу совмещенный с выносом. Идет переднее колесо 29 дюймов. Заднее колесо 26. Дисковые механические тормоза. Зум. Вес агрегата получается в такой комплектации 8,9 кг. Очень хороший накат у него идет за счет больших колес. Втулки на промах колеса. Рулевая колонка полуинтегрированная, также на промах. В общем, очень хорошая получается управляемость у него. И за счет переднего большого 29-го колеса, даже с жесткой карбоновой вилкой, ну, не сильная, так скажем, идет отдача в руки, даже по пересеченке. Данную технику, в общем, можно использовать как просто для покатушек, катать как на самокате по городу. Многие любят такие самокаты с большими колесами. Определенные неудобства, конечно, он создает. То есть там метро, например, или в автобус с ним, конечно, не сядешь. Не очень удобно по сравнению с маленькими складными самокатами. Но зато очень хорошо, хороший накат по городу, очень быстрое передвижение. Плюс можно съехать на какую-то пересеченку, в парке, там, не знаю, и так далее. Вот. Но основное его, конечно, применение – это ездовой спорт. Для тех, кто не знает, это спорт с специальными ездовыми собаками, которые, ну, вернее, собак цепляют разных, конечно, но, в общем и целом, больше сделано, конечно, для ездовых пород. Хаски, маламуты, самоеды. Есть гончие различные собаки. Специально выводятся уже некоторые породы для этого. Собака цепляется через специальный потяг-амортизатор вот сюда. К велосипеду, к самокату, к скутеру, и соответственно тянет гонщика. Собака, конечно, для этого должна быть обучена специальным командам, чтобы она бежала там, если надо, прямо бежала, если повороты какие-то и так далее, чтобы она слушала команды право-лево и так далее. Вот. Ну и соответственно тому, кто управляет этой техникой, ему остается как бы следить за собакой, отдавать ей команды и рулить.
Так, друзья, в общем, вот такая техника. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем огромной удачи и пока!